Я вакцинировался, да, потому что это плюсово. Что не хочу болеть этой болезнью, которая оставляет потом долгосрочные последствия на здоровье, и очень неразумно отказываться от вакцины, которая уже достаточно хорошо проверена. Ну, это мое мнение, но оно верное. Так не надо со мной. Надо, Федя. Надо. Ну как? Ну чё? Ну здравствуйте. За что? Ну за что? Я и так на нервах. Не делайте этого больше. Неплохой флоп для 4 бэтпота. Я сразу поеду здесь, просто не уверен, что тут вообще будет диапазон бэтпаса 4 бэтпоте. С учетом, что у меня может быть ФД всегда. Желательно, чтобы не сет был, конечно. Ой, да ладно! Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Придется 4 бета здесь поставить, чтобы очков дали. Ай-яй-яй-яй-яй. Или что, подожди. Что здесь было? Почему там так мало очков надо было добавить, денег, то есть? Здесь меня почекрейзили на флопе. Думаю, надо кол играть. Ну и кол-ривера, понятное дело. Там многие оверпары также могут сыграть. 6-7, конечно, туз-4 это вполне вероятные руки для чекрейза флопа. Особенно туз-4. 6-7, наверное, все-таки чуть-чуть другую линию обычно. Мы можем вэлью даже побить изредка. Плохой подбор руки для чекрейза флопа. Молодец. Как дела? Это новый Кадиллак. Делаем деньги, делаем деньги, делаем деньги. Вот так. Ебой! Сюда! Ну, даже не придется докупаться. Домой иди с такими блефами, слышишь? Я вас уничтожу. Ну, это бэткол натер, не знаю. Слишком много здесь дров всяких. Которые мы бьем. Наказан. За жадность наказан. Вот стэк тебе в турнире, не расстраивайся. Big hand. Jackpot. Не зря сегодня все-таки я не зря пришел катать. Давай сжигай штиль. Че так скромненько? Этого нам не хватало как раз в этой каткочке, да, сегодня? Вообще, вот то, что надо прямо. Если хоть чуть-чуть есть full deck, ведь это окей. Можно просто кол сыграть было.
Нужно было просто кол сыграть, видимо. Так, и еще красненькую. О, две троечки пойдет. Наконец-то. Я с четверочками еще залез, чувак, капец. Опля. А давайте возьмем. Недорого. Можно взять. Ключевая на сегодня, что? Так, а вторая? О, туз, туз, с нами туз, один аут. Стоять! У! Кайфы, кайфули. Да, ну флоп-то, конечно. Я бы предпочел, чтобы там что-то было более мертвое, так скажем. Ну да, гадшот-то куда девать? Не выкидывать же. Еще и с бэкдорным ФД. Гении играют. Против меня одни гении. Грустно это все. Зажрался ты, Михаил, зажрался. О, что за гудмод? Бля, Антоха, чё ты пришёл? Да фиг знает. Бой. Хорошо. 0,1% мне нравится. Это нужная очень раздачка была, я вам так скажу. Ну наебать разочек, а! Видите, хороший кол. Спасибо, брат! Бразил! Бразил! Вамос! Охуяна, братан! Охуяна! Ну, специально уличный сайдинг поставил, чтобы додавить. А иксы, почти все они слабее, чем мой фул. Приятная раздача. Сейчас сделаем тонкий пас. Это абсолютно, не, ну, абсолютно невменяемый пас. Будет с точки зрения вообще всех концепций GTO там и всего вот этого. Я чекбэкнул в 3-бет-поте флоп. И дальше... Он овербетнул терн и all-in поставил на ривере. Давайте покажем ему в еб... Так вот. Ну все, можно заканчивать.